Всех приветствую в очередном ролике на моем канале. Хочу поделиться с вами своими первыми впечатлениями от патча, рассказать о нескольких багах и фичах, связанных с ним, а также немного поговорить о новом PvE ивенте, а потом и посмотреть на него. Что касается ускорения баши, лично для меня кардинальных изменений в геймплее не произошло, так как я и раньше не реактил на индикатор баши, а смотрел на додж вперед противника. Но я поиграл на приоре после патча и могу сказать, что новое окно инпута баша мне откровенно не нравится. Баш стал вылетать заметно позже, и это видно сразу, особенно если вы много играли на приоре раньше. То же самое, думаю, можно будет сказать и о вожде с завоевателем, так как их это изменение тоже коснулось. Баши данных персонажей стали, конечно, быстрее, но новое окно инпута, на мой взгляд, нивелирует этот баф. Что действительно изменилось, так это баш Минджая в стойке с топорами. Он стал совершенно неадекватным и очень быстрым. Грубо говоря, Минджай просто стоит, а потом резко дергается в вас с башем. Да, с его баша вылетает всего лишь 9 единиц урона, но с такой скоростью мува это уже не кажется большим минусом. На мой взгляд, разработчикам нужно было сделать его баш таким же, как у всех, а урон с лайта увеличить из 9 единиц до 12 или 14. Также хочу рассказать вам о паре новых фич, которые появились после этого патча. К примеру, если Тианди попадет в вас башем, даст гарант лайт, потом отменит рекавери и попробует дать в вас еще один баш, то второй баш вы не сможете прерывать лайтом. Раньше это можно было сделать. И еще немного Минджая. К примеру, если мастер попадет в вас лайтом и захочет довести свой блок, то из-за новых таймингов баша Минджая мастер не успевает это сделать. Думаю, что это работает и с иными подобными анблоками и приемами. Теперь давайте перейдем к интересному багу, связанному с Жаньху. Думаю, вы заметили, как выглядит босс в новом ивенте. Так вот, разработчики что-то не углядели, и данный комплект можно получить на своего персонажа. Да, он не красится и никак не кастомизируется, но зато вы можете поменять пол персонажа, скин адаптируется и под мужчину, и под женщину. Получить его можно, как и любые другие доспехи. Я, например, открывал ящики с доспехами и потратил целых 18 тысяч стали, прежде чем мне выпал весь комплект. Также не забывайте, что это баг, и мы не должны были получить данные доспехи. Так что советую не тратить свою сталь так, как это сделал я, ведь комплект потом могут забрать. И коротко о впечатлениях от ивента. Арена сражения довольно красивая, босс внушающий, но сам файт довольно простой. Мы прошли ивент со второй попытки с двумя рандомами, а потом прошли еще раз с командой из трех человек и бота. Может, нам, конечно, повезло, так что отпишите в комментариях свои впечатления от ивента. Кстати, в обзоре на обновление я задавался вопросом, сможет ли приор перекинуть костяную руку, и да, приор может ее перебрасывать. Выглядит это крайне кринжово. На этом у меня все, дальше пойдет геймплей ивента. Ты чё, Гоша, там на приколе, что ли? А я не знаю, мне нравится. Ты как умер-то? На первой фазе. Я говорю, мне игра залагала, блядь, меня слышно, нет, ебать, алё. Нет, Гоша, тебя не слышно. Плохо, Гоша. Чё, блядь, у меня нахуй, у меня чёрный экран, блядь, ёбать, рот. У нас боток. Чё он бегает, собак? Да я хочу его добить и резнуть, он бегает как придурок. Ну главное, боток-то живет. Improvisation is not permitted.
странно сделали, зачем бот их просто бегает. Ну боток нагибает просто. Заболели женщину. Да ладно, может попробуем, сыграем с ботиком. Тем более мы на последней фазе. Правда, ботик опять умер. Не, ну боты, конечно, дурак. Уже третий раз умираю. Неудачненько, конечно. Да, насколько было бы легче, если бы здесь еще фиты с броней работали. Ну че, вот она упала, буквально один удар и нанес, и все. На этой фазе почему-то Фепис проседает. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, блин, что за станлок-то? Ох ты, ничего себе! Ну спасайте кто-нибудь, ботик! Хрена себе, я не знал, что руки так умеют.
слышно? Блять. Ох ты, она парит. Не дадут, или дадут. Не дали. Нормально, нормально, нормально. Ой-ой-ой-ой-ой, много всего летит. И ульта, и снаряды босса. О, охренеть, меня урона влетело. Блять, голова на меня упала, ёпки. И этот петух за меня взялся. Да и ебать, пожалуйста. Доктор, если сравнивать с паучихой, то паучиха, на мой взгляд, была сложнее. А сейчас голова-то приземлится. Ой, приземлится. Нет, 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 нет. Какой голова, голова, собака. Собака не дала мне добить. Давай, 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 есть. Голова, 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 господи. Так, еще один раз она упадет, и мы ее убьем. Главное не профукать момент. Да зачем я нажал на Е? Так, падает, падает, падает. Да изи, короче, изи, изи режим. Что я могу сказать? Мы с ботиком прошли его. Ой, бля. С ботиком прошли.